Мешканці багатоповерхівок проти встановлення загальнобудинкових лічильників газу. Дніпряни хочуть платити за те паливо, що його використав конкретний споживач. А для цього у кожного абонента має бути індивідуальний лічильник. Згідно постанови Кабміну, публічне акціонерне товариство «Дніпрогаз» зобов'язане безкоштовно забезпечити своїх абонентів лічильниками до 1 січня 2018 року. Тільки от якими? Індивідуальними чи загальнобудинковими? Вирішує сама компанія. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у квітні 2017 року затвердила перелік адрес, за якими Дніпрогаз уже встановив або має встановити загальнобудинкові лічильники газу. Зокрема, у переліку – будинок за адресою Караваєва 1А в Дніпрі, що його мешканці наполягають на встановленні саме індивідуальних приладів обліку, адже хочуть платити за ті кубометри газу, що їх реально спожили. Писали в Дніпрогаз письма неоднократно, тобто нам присылают ответ, нет, что нету денег. То есть либо они нам ставят общедомовой, либо мы ставим за свои деньги. В Днепропетровске очень много домов, которые ставят в девятиэтажках, ставят бесплатно счетчики поквартирно. Причины, за якими Національна комісія визначає, кому ставити індивідуальні лічильники, а кому будинкові, невідомі. Крім того, у серпні цього року Дніпрогаз збільшив норми споживання блакитного палива для абонентів з 5 до 18 кубів на людину за місяць. Тобто мешканці, які відмовляються від будинкового лічильника, наразі вимушені платити за газ втричі більше. Ми составляли акт, ми в акті писали, що ми не проти установки общедомового, а ми просимо встановити поквартирний, пусть собі встановлюють потім общедомовий. Оказується, Дніпрогаз без жителей дома провел какое-то там заседание, и они постановили, что они нам повышают граничную норму. Мы согласны на софинансирование. Мы готовы заплатить там 500 рублей, 1000, но не 4000, когда такие пенсии. На Дніпропетровщині вже існують успішні приклади домовленості мешканців із Дніпрогазом про співфінансування встановлення індивідуальних приладів обліку. Пані Олена та її сусіди досі чекають відповіді на таку пропозицію. Тим часом міська рада на 26-й черговій сесії озвучила свою. За ініціативи депутатки Катерини Збарської створити робочу групу для переговорів із Дніпрогазом і розробити програму софінансування. Я при всіх публічно даю поручення господину Лисенка. На наступній тиждень збираємо комиссию, не комиссию, а рабочую группу. Приглашаем Екатерину Юрьевну, она будет сидеть по правую руку от меня. Приглашаем господина Френкеля, приглашаем общественность и начинаем совещание. І я нагадаю, що Кабмін зобов'язав всі газові компанії безкоштовно забезпечити українців, що використовують газ для побутових потреб, газовими лічильниками до 1 січня 2018 року. Мета – дати можливість споживачам платити за реально спожиті кубометри і, відповідно, заощаджувати власні кошти. Однак у цій постанові не уточнюється, які саме мають бути лічильники – індивідуальні, на кожну квартиру або загальнобудинкові. Загалом обурені саме ті споживачі, які отримали загальнобудинкові пристрої, за якими показники витраченого за місяць газу рівномірно розподіляються між усіма квартирами. А це значить, якщо людина цілий місяць не використовувала газ, все одно має заплатити. Виходить так, або плати за сусіда, або купуй собі індивідуальний лічильник. Ситуація неоднозначна, маємо багато обурених звернень від мешканців області. Деякі розповідають випадки, що за відмови платити за так звані зайві кубометри блакитного палива людям його просто відключали. Тема актуальна, питань та звернень до редакції дуже багато. Саме про це ми і будемо говорити з гостем нашої студії. Фахівець із зв'язків із громадськістю та пресою ПАД «Дніпрогаз» Микита Лучкін. Добрий вечір нашому гостю. Добрий вечір. І я хочу нагадати, що наші глядачі мають задавати питання нашому гостю, можуть задавати нашому гостю питання також. Телефонуйте прямо у студію за номером 370-31-01. Телефон працює, і ми чекаємо на ваші дзвінки. І так, ви слышали ситуацію, да? Зараз тільки що був сюжет. Давайте начнем с того, на основании каких законодательных актов сегодня действует Днепрогаз, устанавливая домовые счетчики, домовые, не квартирные. Вот принимают решение об установке домовых кто? Принимают решение об установке индивидуальных кто? Как происходит распределение?
Установка счетчиков на сегодняшний день происходит в рамках выполнения требований закона Украины об обеспечении коммерческого учета природного газа. Данный закон предусматривает, что с 1 января 2018 года потребление голубого топлива в нашей стране будет возможно только при условии его приборного учета. Да, это мы именно знаем. Поэтому наша компания организовывает работу в двух направлениях. На сегодняшний день выполняя установку надомных счетчиков и силами подрядных организаций индивидуальных счетчиков. Решение об установке надомных счетчиков было принято госрегулятором. В начале 2016 года НКРЕКУ, Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратилась с соответствующим письмом к областным и городским государственным администрациям, в том числе и Днепропетровской области, а также газораспределительным компаниям. В письме речь шла о том, что необходимо обеспечить содействие газовым компаниям в выполнении требований закона, о которой я озвучил. Также в письме был приведен экономический просчет, почему НКРЕ принято было решение об установке надомных счетчиков. По потому состоянию... что это дорого, да? Сто... да? Индивидуальный счетчик стоит гораздо дороже, чем абсолютно домовой. Верно, да? Да. Там если, хорошая разница. К примеру, 50 тысяч гривен стоит установка надомного счетчика на 100-квартирный дом, то оснащение индивидуальными счетчиками обойдется порядка 250 тысяч гривен. Именно поэтому НКРЕ было принято решение об установке надомных узлов учета наравне с индивидуальными. Регулятор имеет прямой доступ к абонентской базе, имеет информацию об оснащении счетчиками по каждому адресу и, собственно, исходя из процента оснащения, утверждает перечень домов, в которых устанавливаются надомные узлы учета. То есть я понимаю, что это не вы, это НКРЕ. Абсолютно верно. В этом вопросе Днепрогаз является исполнителем. А выполнение данных работ контролируется госрегулятором. Традиционная ситуация. Послушайте, тут ходим по кругу. Никто не отвечает лично, да? Все кивают. Одна компания кивает на другую. На основании чего Днепрогаз тогда отключает газ тем, кто не согласен устанавливать счетчики? На основании какого законодательного акта? На сегодняшний день работа газовых компаний регламентируется кодексом газораспределительных систем, который утвержден госрегулятором в конце 2015 года. Тоже госрегулятор. Да, абсолютно верно. Кодекс предусматривает, во-первых, хотел бы акцентировать внимание то, что балансодержатель многоэтажного жилого фонда не имеет права отказать в установке надомного узла учета, если такая установка производится за средства, которые получает оператор ГРС, в данном случае это Днепрогаз, в виде тарифа на распределение. Это в каком документе? Наши юристы говорят, что домовой счетчик можно устанавливать только тогда, когда есть согласие всех жильцов. Это неправильно? Это все обусловлено кодексом, я еще раз повторюсь. Это первое, по поводу того, что балансодержатель не может отказать. И второе, если все же потребители отказываются устанавливать такой узел учета, кодексом предусмотрено, что после отказа составляется соответствующий акт о нарушении, форма которого также утверждена госрегулятором. На основании этого акта служба учета газовой компании обязана производить начисления потребителям, отказавшимся от счетчика по госпрограмме, по так называемым граничным нормам потребления. Это приложение 15 кодекса. Граничная, какая там цена? Граничная норма потребления, если говорить о потребителях, которые используют газовую плиту, у которых отсутствует централизованное горячее водоснабжение, это 18,3 куба вместо ныне действующей, установленной Кабмином нормы, 5,4 куба. То есть граничная норма в среднем в 3 раза больше, больше ныне действующей. Да. Особенно для людей, у которых только газовая плита, это очень много. Да, и мало того, опять же, если говорить о требованиях закона об обеспечении коммерческого учета, граничную норму мы обязаны будем начислять до 1 января 2018 года. Если до этого термина потребители не согласятся на установку счетчика по госпрограмме, либо же самостоятельно не выполнят оснащение своих квартир приборами учета, оператор ГРС обязан будет прекратить газоснабжение таким домам. А сколько у нас сегодня домовладений с 1 января 2018 года останутся без газа по вот этой причине отсутствия счетчиков, домовых и индивидуальных в том числе? Госрегулятором на текущий год, на 2017, был утвержден перечень из 1393 адресов. Это на сегодняшний это в Днепре и Днепропетровском районе. На сегодняшний день 864 узла учета уже установлено, и, собственно, порядка 500 счетчиков еще предстоит установить. То есть, ну, фактически, вот оставшееся число счетчиков – это отказы. Вот. Но когда люди получают информацию о том, домовые, что все-таки… Домовые, это 500 домовладений отказались. 500, да, но да, когда мы вынуждены производить начисления по граничным нормам, люди все-таки понимают, что им выгоднее платить за объем фактически потребленного газа, нежели рассчитываться по граничным нормам потребления. Поэтому, получив такие платежки, они позже обращаются к нам с просьбой установить надомный счетчик, как того требует госпрограмма.
госпрограмма, и снять граничные начисления. То есть такое себе принуждение. Ну, это выполнение принуждение. Требований госрегулятора. Давайте послушаем телефонный звонок. Добрый вечер. Готовы вас слушать. Ваш вопрос. Алло. Да, добрый вечер. Слушаем вопрос. Добрый вечер. Добрый. Я хотел бы задать вопрос единственный. Понимаю о том, что есть регулятор, есть такие установочные нормы. Ну вот я председатель ОСМД «Ракетчик» на Павловицкой. Я хотел бы задать такой вопрос. Ответьте мне, мне приходят каждый день жители и показывают квитанции из личного кабинета. Вчера вот такой же у меня стоит счетчик, и я плачу, вот в октябре месяце у меня пришло 6 кубов на двоих. Такая же квартира, такая же плитка, и стоит, женщина приносит 72 куба. Угу. Скажите, вот как вы, вот я вас видел еще в Новокадарском районе, вы выступали, приходили. Как ей быть, что ей ответить? Она должна заплатить около 600 гривен. Да. При ее пенсии там уже повысили немножко, такие их дела. Спасибо. Вот скажите, мы написали президенту, он мне ответил. Сказал подождать, что с вами будет разбираться. Там. Спасибо, да, понятен ваш вопрос. Несправедливое вот такое распределение, но однозначно несправедливое, жалуются все абсолютно люди, которым установили домовые счетчики. Почему они должны? Вот эта женщина, она наверняка платит за того, кто либо не платит газ, либо, не знаю, потребляет гораздо больше, чем она, а распределяют одинаково. Ну, вы же видите эту несправедливость. Вы говорите, что это НКРЭ. Как с этим бороться? Как на это повлиять? Вот эти 500 домовладений, они же вас разбомбят. Во-первых, хочу отметить, что порядок начислений по надомному счетчику, он утвержден постановлением Кабинета министров Украины 620 от 2002 года с последующими дополнениями и изменениями. Методика расчета, которая используется при установке надомного счетчика, собственно, вся регламентируется этим постановлением. То есть мы снимаем показания по результатам месяца из показаний надомного счетчика, минусуем показания индивидуальных счетчиков, если такие есть, оставшуюся разницу делим пропорционально количеству зарегистрированных в каждой квартире. Но разница в том, что жители Еще рассчитываются... Еще раз, человеку, у которого стоит счетчик, и если на этом доме стоит домовой счетчик, ему будет насчитывать разницу? Нет, вы немножко не так меня поняли. Из показаний надомного по результатам месяца так. Вычитаются показания всех индивидуальных счетчиков, оставшуюся разницу делят между потребителями, которые счетчиков не имеют, пропорционально счетчик. Количеству прописанных в каждой квартире. Счетчик надомный, он фиксирует реальное газопотребление жителей без счетчика. Да, НКРЕ... но опять их там много, да, там есть пожилая женщина, которая экономит и, может быть, кипятит там один чайник, да, а есть какой-нибудь товарищ, который газом, например, там гораздо больше пользуется. НКРЕ тоже давала разъяснение неоднократно по этому вопросу, давая понять четко, что если потребители не готовы рассчитываться по показаниям надомного счетчика и их что-то не устраивает в этом вопросе, они имеют право установить счетчик за собственные средства, либо другие источники финансирования, не запрещенные законодательством. Да, сейчас мы об этом поговорим. В законе об обеспечении коммерческого учета это прописано. Да. Давайте еще один вопрос послушаем и поговорим об этом. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, говорите. Алло. Да, слушаем. Добрый вечер. Пожалуйста, вопрос. Не совсем я понимаю вот эту политику счетчика на дом. Почему свет не ставят на дом общий счетчик? Почему воду не ставят? Ну, это какой-то бред. Почему я должен действительно за кого-то платить? И хватит вам скрываться за все эти акты, указы, за все это дело. К нам на дом приезжали уже 3 раза ставить. Никто их не пустил и не пустит. А повысите вы, как вы говорите, граничные нормы, так вообще никто не будет платить. Перейдем на электрические плиты. Это что, выход разве из положения? Ну вот, собственно, та же тема. Да, видите, как устранить эту несправедливость? Знаете, я специально перед эфиром зашла на сайт НКРЕ. Знаете, что там написано? Ну, кроме вот большого названия, Национальная комиссия, что здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Там такой вот баннер большой написано. Регулятор на захисті прав споживачів. Ну, совершенно противоположное значение тому, что происходит на практике. А у меня много сомнений. Это НКРЕ, я не могу поверить, что Днепрогаз в этом не участвует. Я не могу поверить, что Днепрогаз не может влиять на ситуацию. На самом деле, предысторию я вам озвучил. И именно НКРЕ инициировала этот вопрос. Угу. И соответствующее письмо в начале 2016 года направляла и органам власти по областям, и газовым компаниям. И просила именно органы власти содействовать газовым компаниям в вопросе установки надомных счетчиков. И так что? Как для оснащения индивидуальными в среднем понадобилось бы еще около 10 лет.
10 лет. Да, при условии, чтобы в год устанавливалось где-то в среднем 280 тысяч счетчиков. По состоянию на 1 марта 2016 года по Украине было еще не установлено порядка 27% индивидуальных счетчиков. То есть это где-то 3,7 миллиона счетчиков. Когда принимали это решение? Да. 3,7 миллиона, разве это так много? Это вот, ну, для... Поясню. На ясности. Установку такого количества счетчиков, по информации НАК «Нафтогаз», в среднем необходимо было 8,7 миллиарда гривен. НКРЕ в виде тарифа на распределение с целью установки счетчиков для операторов ГРС, для газовых компаний, утвердила сумму в размере 434 миллиона гривен. И сумма эта в среднем в 20 раз меньше необходима. Угу. Именно поэтому... Подсчитав экономику вопроса, они инициировали установку надомных счетчиков. А вот когда этот закон делали, когда этот закон писали, сочиняли, не знаю, как правильно сказать, вот эту норму, ее специально упустили, индивидуальный счетчик или домовой, просто лечильники написали и не написали, какие лечильники? Наверное, этот вопрос логичнее задать законодателям, которые этот закон утверждали. Просто нас так уверяли, в том числе ваши коллеги, что там до 2018 года все будут с индивидуальными счетчиками, а теперь раз и дорого. До конца 2015 года работа велась в направлении установки индивидуальных счетчиков. Но с начала 2016 года ситуация несколько видоизменилась. А что ответить тогда вот нашему зрителю, если на воду есть, на электричество есть индивидуальные счетчики, а на газ вот теперь будут общие? В своем изречении заметил, что можно действительно использовать альтернативные источники энергоснабжения. Если такая ситуация потребителя не устраивает, то есть альтернатива. То есть компания не боится, что вдруг могут упасть прибыли, не могут люди платить такие деньги, повышенные тарифы вашей компании. Дело в том, что люди рассчитываются с поставщиком газа, не с Днепрогаза. Мы тарифная организация, которая работает в рамках утвержденного тарифа. Вы же часть организации. Давайте еще один вопрос слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Слушаем вас. У меня такой вопрос к вам. Значит, наш дом тоже столкнулся с такой проблемой с августа месяца. Нам пришла квитанция, та, которая только что озвучивалась, то есть с повышенными тарифами. Да. Я ее оплатила. И наши домовые, недомовые, ОСББ у нас нету. Значит, оформили договор. 9 числа был установлен счетчик. У меня такой вопрос. Перерасчет, как будет сделан или не будет, вот с августа по октябрь, нам насчитано на 5 человек по 636 или 637 гривен. Вместо 190. Да, спасибо. Так. Ну, я думаю, что да, наверное. Да, перерасчет будет обязательно сделан, да. Не с момента установки счетчика, а с момента начисления ограниченных норм потребления. Угу. Другие источники финансирования, это что? Возвращаемся к этой теме. Это могут быть бюджеты разных уровней. Городские, областные, это кошты споживача, как зазначено в законодательстве, средства потребителя. Так. Или другие источники не запрещены. Сколько сегодня стоит, давайте по порядку, сколько стоит индивидуально установить счетчик вот отдельно в квартиру? На сегодняшний день установка счетчика – это услуга рыночная. За установкой счетчика за средства населения потребители могут обращаться в любую строительно-монтажную организацию, которая имеет разрешение на выполнение работ повышенной опасности. С апреля 2015 года Днепрогаз не выполняет установку счетчиков за средства населения. Поэтому стоимость, она просчитывается индивидуально в зависимости от количества необходимых расходных материалов. Ну вы же знаете цену, какая рыночная цена? В среднем цена? Около 3,5-4 тысяч. Ну озвучивают больше, озвучивают 5. Это прибор учета и монтажные работы и дополнительные расходные материалы. Так, следующее, городские, вы сказали, городские или районные бюджеты. Вот мы посмотрели сюжет. Филатов на сессии сказал о создании комиссии, специальной комиссии, которая будет сотрудничать с вашей организацией и искать выход. Потому что наши городские власти, например, они говорят о том, что они не могут повлиять на Днепрогаз в этом вопросе. Вы что-то знаете об этой комиссии? Это было на прошлой неделе, то есть было обещано на этой неделе, как-то уже началось сотрудничество в этом вопросе? Откровенно говоря, о точной дате заседания комиссии мне неизвестно, но если такой вопрос инициировал наш мирский голова, то мы обязательно примем участие, выслушаем возможные варианты решения и... То есть я правильно понимаю, вы ждете от городской власти, что вам предложат какую-то часть бюджетных денег вот потратить на индивидуальные счетчики? Именно об этом и идет речь в законодательстве, что не только установка счетчиков может финансироваться за средства газораспределительных компаний, но и за счет бюджетов разных уровней. И другие источники финансирования, это что? Есть такое понятие, мы сегодня слышали от наших зрителей, как совместное финансирование. Люди обращаются к вам,
Я не знаю, кто распределяет доли этого совместного финансирования. Ну, например, 50 на 50 платит Днепрогаз и платит споживач. Есть такое? Смотрите, еще раз повторюсь, Днепрогаз выполняет работы по установке счетчиков на средства, которые утвердил госрегулятор в размере тарифа на распределение газа. Если говорить о софинансировании, то важно понимать экономику вопроса, скажем так. Если жители, к примеру, готовы оплатить стоимость счетчика, к примеру, порядка 1000 гривен, нужно им определиться, кто будет оплачивать монтажные работы. Если это, допустим, будет со стороны депутатской группы, городской или областной, этот вариант должен в письменном виде быть направлен госрегулятору. Регулятор рассматривает, если такая возможность... Нет, а если люди готовы сами платить, сам споживать и говорит, мы 50% заплатим. Кто должен заплатить вторые 50%, важно понимать. То есть вот компания «Газопостачальник», она однозначно платить за это не будет. НКРЕ этого не решит. Не «Газопостачальник», газораспределительная компания. Да. Нет, у нас в тарифе не заложено таких вариантов. Не заложен? Нет, у нас заложены работы по установке счетчиков. То ли надомных, то ли индивидуальных, как определил распределитель. А постачальник? У постачальника заложено в тарифе? Наши юристы говорили о том, что в тарифе заложена стоимость установки счетчика. Да, именно на эти деньги мы и производим работы по установке счетчика. Но опять-таки, да, мы возвращаемся по кругу. Какого счетчика не уточнили, закладывая в тариф? Домового или индивидуального, правильно? Да. Здесь ловушка. Добрый вечер, готовы слушать вопрос зрителя? Добрый вечер. Добрый. Я хотел бы вернуться к вопросу о цене. Человек сказал, что сравнивая электрические счетчики, которые почему-то ставят такие индивидуальные, в этом случае газовые якобы дороже. Но электрические сложнее и дороже, и многозональные. Угу. Почему-то индивидуальные ставятся. А здесь старательно уходят от вопроса установки индивидуальных счетчиков. Ну вот. Вам вопрос. Честно говоря, электрические тоже не дешевые. Не готов сказать, сколько стоит установка электрических счетчиков, потому что не располагаю такой информацией. Но отмечу, что... Там сегодня современные счетчики, которые двухфазные, которые вообще показания людям не нужно сдавать. Есть такое, да. Но отмечу, что электроэнергия, вода – это местные ресурсы, а природный газ – это ресурс государственный. И правила игры на рынке природного газа утверждаются нашим правительством. Ну, компания-то частная, владеет. Мы выполняем обслуживание сетей, обеспечиваем бесперебойное, безаварийное газоснабжение, также капитальные ремонты, реконструкцию и в том числе выполняем требования закона по обеспечению приборного учета. А вот смотрите, наступает, я опять возвращаюсь к этой теме, наступает 1 января, и 500 домов, они вот не получили счетчиков. Они все приходят и там что-то делают под вашим заведением, учреждением. Что будет с людьми? Как? Вы просто возьмете и отключите газ? Не вы, естественно, не вы лично. По закону, да, мы обязаны будем то таким есть, домам вот январь, прекратить газоснабжение. Мороз, люди будут без газа, да, потому что у них нет денег на индивидуальные счетчики, потому что их, ну, грубо говоря, обманули, да, им пообещали счетчики, а теперь им их... На сегодняшний день мы имеем действующий закон, который четко регламентируют наши действия. Если какие-то будут видоизменения, на законодательном уровне приняты. Я к чему веду? Вы инициируете такие изменения? Вы, компания, вы знаете ситуацию на месте. Вы инициируете, вот стучите вы в НКРЕ, говорите, у нас тут аврал, у нас люди бастуют, у нас люди потерпают вообще. Днепрогаз обращался к госрегулятору, когда поднимался вопрос об установке надомных счетчиков. Понятное дело, что индивидуальный учет, он прост, понятен и удобен для потребителя, однако НКРЕ приняло такое решение. НКРЕ у нас подчиняется напрямую президенту. Вот. Ну, собственно, на сегодняшний день реалии таковы. Вот такие. Давайте слушать вопрос зрителя. Добрый вечер, слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Слышите? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Если на 1 января 2018 года не установлен ни надомный счетчик, ни индивидуальный, то что тогда? Как мы будем платить? Да, мы уже отвечали, сейчас повторим еще раз. Второй вопрос, вы сказали, у вас еще есть? Как определяют, на какой дом ставить надомный счетчик, а на какой индивидуальный? Да. Давайте еще раз повторим. С 1 января, если нет никакого счетчика, то газ...
отключаем. Если потребители официально не отказывались от установки счетчика по госпрограмме, независимо от того, какой там счетчик запланирован, какой тип счетчика, надомный, индивидуальный, они продолжают рассчитываться по нормам потребления, установленным Кабмином, и дожидаться того момента, когда дойдет очередь до их района и до их дома, и когда мы придем к ним с установкой счетчика государственного. Если говорить о том, как определяется, где какие счетчики устанавливать, еще раз повторюсь. Вы сказали, что это НКРЕ, а да. как они определяют? На примере 100-квартирного дома, если оснащение счетчиками на начало 2016 года составляло порядка 60-70%, то по таким домам индивидуальные счетчики доставлялись в полном объеме. Если же в 100-квартирном доме установлено порядка 20-30% индивидуальных счетчиков, такие дома по решению НКРЕ попадали под установку надомного счетчика. Есть еще, скажем так, техническая сторона вопроса, когда прокладка подземных газопроводов, которые подходят к многоэтажному жилому дому, не позволяет установить надомный счетчик. В таких случаях при отсутствии технической возможности его установки также устанавливаются счетчики индивидуальные. То есть размеры дома, там какой-то дом большой, огромный, многоэтажный, или это хрущевка, там 3 подъезда, 10 не влияют? Предусмотрена вообще установка надомных счетчиков, может быть устанавливаться на подъезд, на дом, на группу домов или группу подъездов. Есть еще возможность на подъезды устанавливать, если это вот длинные дома, да, например. Понятно. Давайте слушаем следующий вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Слушаем вас. Говорите. Так, и нет звонка пока у нас. Вот смотрите, в феврале, если мне не изменяет память, возможно, это не важно, настолько суд Кривого Рога рассматривал дело по иску жильцов и по закону, вот сказали, в суде суд вынес такое решение, что установка домового счетчика возможна только при согласии жильцов этого дома. Это суд постановил, Криворожский. Так. Как быть? Суд решил, значит, закон на стороне жильцов. Если все жильцы, вот как было в нашем сюжете, против того, чтобы им установили домовой счетчик. Смотрите, значит, но я думаю, что решение суда в Кривом Роге касается определенного адреса, судебное решение, принято по определенному адресу. И опять же, в Кривом Роге газораспредкомпания – это Криворожгаз. Мы же находимся в Днепре. Нет, я о прецеденте, я поняла. Да, поэтому там конкретное судебное решение принимается по конкретному адресу. Хорошо, на сегодня все. К сожалению, время наше заканчивается в эфире. Спасибо за то, что пришли. Вопросы действительно массы. И будем вас звать еще, потому что они еще остались. Я ще раз дякую нашому гостю. Микита Лучкін, фахівець із зв'язків із громадськістю та пресою ПАТ «Дніпрогаз», був у нас в гостях. І ми рухаємося далі.